Большая часть Европы сокрушена железной пятой оси. Союзники вынуждены отступать. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал – это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью, что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска оси встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне, узкой полоской беспощадной земли между Средиземноморьем и Сахарой. Настал век механизированных сражений. Здесь царят танки. Я сошел на берег в Тобруке. Транспортное судно привезло подкрепление. Юношей, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска оси снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Удержать Тобрук. Снайперы! Снайперы, срочно на стену! Thank you.
охотники минометы не били. Нужно с ними разобраться. Я пригнусь, и меня не услышат. Пора достать Вилрот.
Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину.